Здравствуйте, уважаемые зрители. Наконец-то ко мне стали приходить в новом году ручки. Вот одна из них. Это ручка Jinhao модель 559. Пришла в такой обычной упаковочке. Что она из себя представляет? Давайте сначала в общем посмотрим. Это ручка обычная, довольно дешевая, порядка стоимости ее на данный момент 213 рублей. Покупал ее, по-моему, за 222 рубля. Она полностью металлическая. Как колпачок, так и тело ручки металлические. Клипса такая вот, понержавеющая сталь с логотипом Jinhao на верхней части клипсы. Также Jinhao написано на корпусе ручки, тоже перед колпачком вот этим черненьким таким. Есть два варианта этих ручек. Одна белый вариант и черный. По крайней мере, у этого продавца два варианта предлагается этих ручек. Что она из себя так представляет? Ну, такой довольно-таки интересный дизайн. Вот она, как бы вырезаны такие выемки у нее. А здесь полностью круглая. Здесь тоже такой черненький окончание этого колпачка. Довольно жесткая защелка. Это все металл. А вот это, по-моему, пластмасса все-таки у нее. Перо. Опять же, сталь. Как они пишут, совершенно простенькое перо. Тоже логотип нанесен Jinhao. А буквочка F, которая означает, что это достаточно тонкое перо. Ну, в общем-то, с обычным таким нажимом. Но, тем не менее, вот такое совершенно обычное перо. Фидер у нее тоже совершенно простейший. Перо сделано с таким заходом на этот фидер. И очень такое маленькое расстояние торчит вот кончик пера, вы видите, от черного. Ну, посмотрим, как это будет сказываться на письме. Откручиваем корпус ручки. Здесь у него на ручке у него надпись Jinhao. Далее здесь обычный винтовой конвертер с поршеньком, вот видите, вот ходит. Тоже он совершенно спокойно вытаскивается, туда можно вставлять картриджи обыкновенные, совершенно стандартные, насколько я понимаю. Собственно, больше ничего такого особенности у нее нету. Достаточно плотно, по-моему, ходит, совершенно спокойно можно заправлять и попробовать писать. Да, перо, толщина, как говорит производитель, 0,7 мм. Шарик на ней, на конце пера. Обычное, совершенно стандартное перо. Посмотрим, как оно пишет. Стоимость на момент покупки была 222 рубля. Сейчас она стоит 213, даже немножко снизилась цена. Ну, собственно, ручка как предлагается, как ручка для студентов, достаточно дешевая. Полностью ручка весит. Полностью ручка весит 26 грамм. Длина ее 139,9, практически 140 миллиметров. Толщина, сейчас еще раз, о, все точно. Значит, толщина в самой широкой части 13,6 миллиметров. А вот в этих узких частях 10,3 миллиметра. Здесь 12,54. Вот такие характеристики имеет эта ручка. Так, для заправки будем использовать синие чернила, совершенно обычные чернила. Вот они, синие. Предназначены для автоматических перьевых ручек. Пожалуйста. Цена 29 рублей. Не знаю, сколько сейчас стоит. Так, тряпочка моя знаменитая сюда.
Эх, жалко портить ручку белую. Ну ладно. Так. Ну, пока что ничего не набралось. Вот и чернила. Ручку мы уже придется протирать. Так, закрываем. Так, лишнее мы убираем. Лишнее вот это все. Вот, конечно, вопрос белой ручки о том, что будет она, конечно, пачкаться. Будет, конечно, пачкаться. Но я думаю, что это, конечно, убирается чисто эстетически. Так. Закрываем колпачком пока. Чернила убираем. Так. Ну что, посмотрим, как она пишет. Итак. Это у нас... Чжунхао. Слушайте, довольно мягкое перо. Обратной стороной, смотрите, какая тоненькая линия. Немножко она скребет бумагу, но тем не менее пишет. И очень мягкое перо. Вот мне вот это вот, по-моему, самое мягкое перо, которое было из моих ручек. Очень мягкое и такое, скажем, очень удобный хват самой ручки. Вот, посмотрите. Так. Сейчас попробуем что-то написать такое интересное. Давайте, может быть, перевернем просто. Просто перевернем. Вот так вот.
впечатление очень хорошее от этой ручки. Вот видите, она как немножко, конечно, шуршит, но это, я думаю, что это из-за того, что новое просто перо, оно немножко не заботилось, но очень удобное. Очень удобное в письме и очень мягкое. Прямо вот с удовольствием пишу. Я в обратной стороне, посмотрите, вот она, и обратной стороной прекрасно пишет. Тоненько-тоненько. Ну, если сильно нажимать, вот видите, вот такие вот получаются. Но по-моему, очень удачная ручка и по цене, и вот для письма совершенно рука не устает, она легкая и такая достаточно представительная. Собственно, представил я вам ручку Дженхао, модель 559, насколько это написано у продавца. Ручка, судя по всему, конечно, она покрашенная, будет скалываться, вот мы уже видели небольшой скол. Белая ручка, ну, я просто взял из-за того, что у меня обычно в основном все черные ручки, такие темные, вот взял белую попробовать, вот видите, есть такая вероятность, что вот она будет, вот возле пера будет собираться вот эти следы заправленных чернил. Но я думаю, что это надо помыть просто, и все будет нормально. Но пока мне она нравится, увидели, как она пишет, очень мягкое перо, вот самое мягкое, по-моему, до тех пор из тех ручек, которые были на канале. Поэтому продавца рекомендую. Магазин называется Four Leaf Clover. Это все будет ссылка под видео. Поэтому задавайте вопросы, смотрите, покупайте. Ручка, вот у меня спрашивал один из моих подписчиков, какую вы дешевую ручку посоветовали. Вот, пожалуйста, дешевая и достаточно хорошая ручка, которой можно пользоваться, писать совершенно спокойно. Использую как заправку с помощью конвертера, так и обычных картриджей, совершенно стандартные, которые подходят, опять же, в крепление. Идет еще у меня одна ручка тоже Дженхао, немножко другая, будем смотреть на нее. Поэтому жду ваших вопросов, предложений, может быть, вы сами предложите какую-то ручку мне попробовать. Ну, а на этом все. Всем здоровья, счастья. До свидания.